В дневное и ночное время за рыбаками наблюдают сотрудники отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Ульяновской области. Мы проверяем соблюдение правил рыболовства на Куйбышевском водохранилище, на всех поверхностных водоемах Ульяновской области. То есть сюда относятся как и рыбаки-любители, например. Есть запреты там на вылов определенных видов рыб. Минимально допустимый размер орудия лова, так и рыбаки-профессионалы, которые рыбачат по документам. Одним из важных является ограничение по локации для рыбаков-любителей. Им нельзя рыбачить ближе, чем за 50 метров от зоны промышленного рыболовства, а именно от сетей, которые обозначены буями. Есть ограничения и по объему добычи. Суммарный вес тоже за сутки – это 5 килограмм. Но если рыба превышает 5 единичных экземпляров, то можно. То есть, если вам сом попался 10-15 килограммовый, то никакого наказания не будет. Также в соответствии с федеральным законом о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов в Ульяновской области запрещена добыча при помощи взрывчатых и химических веществ с применением электротока, сетей, острогов. Кроме того, запрещен вылов сазана до 15 июня во всех водоемах Ульяновской области любыми орудиями. А стерлить в реке Сура и вовсе нельзя добывать. За нарушение ограничений горе-рыбаки могут быть наказаны как штрафами, так и лишением свободы. Юлия Адамова, Олег Тоньшин, Управда ТВ.